Здравствуйте, мои балерины! Добро пожаловать на еще один урок школы танцев онлайн. Сегодня мы с вами будем заниматься не одни. Берите свою любимую игрушку или любимый мячик. У меня сегодня два помощника. Это вот такая рыбка и вот такой вот мячик. Вы можете выбрать что-то одно. Упражнение первое – это, как всегда, разминка. Назовем его лифт, потому что наша любимая игрушка будет опускаться вниз и подниматься вверх. Когда игрушка внизу, мы садимся в плие, делаем пружинку. И когда наверху, мы встаем на релеве. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давайте под музыку. Готовы? Наша с вами игрушка поможет нам научиться высоко поднимать колено. Мы поднимаем колено вверх и передаем игрушку под ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Важно помнить два правила. Первое правило – я тяну носочек. И второе правило – я держу ровно спинку, не наклоняясь вперед. Давайте попробуем под музыку. Наша любимая игрушка помогла нам размять ноги. А теперь она поможет нам заняться нашей спиной и осанкой. Стелим коврик и начинаем заниматься. Первое задание называется карусель. Вы когда-нибудь катались на карусели? А вот наша игрушка сегодня будет кататься. Мы с вами садимся, поднимаем ноги от пола, носочки натягиваем, берем игрушку в две руки и передаем ее пять раз под ногами. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отдыхаем. И то же самое в другую сторону. Поднимаем ноги, носочки натянуты, и раз. Два, и три, и четыре, и пять. У вас получилось? Следующее упражнение – скамейка или диван. Мы с вами посадим нашу игрушку на ноги. Для этого стопы натягиваем на себя. Сажаем. Можно оставить руки на полу. Если вам легко и у вас все получается, то сложный вариант – крылья в стороны. И держим 8 секунд вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Следующее упражнение. Я знаю, что все из вас умеют делать лодочку. Но теперь в нашей лодочке покатается наша игрушка. Вытягиваем руки вперед, стопы вместе. И поднимаем нашу игрушку высоко-высоко, держим ее 4 секунды. Раз, два, три, четыре. Опускаем, отдыхаем. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. И сложное упражнение. Мы 4 раза передаем игрушку за спиной. Поднимаем лодочку и передаем. Раз, и два, и три, и четыре, и. Мы с рыбкой надеемся, что у вас все-все получилось. Ей пора уплывать, ну а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!